2 декабря для физических лиц, собственников недвижимости, земельных участков и транспорта истек срок уплаты налогов за прошедший год. Начиная с 27 декабря начисляется пеня, и это еще не все. Дальше должниками будет заниматься служба судебных приставов. Я напомню, на что имеют право судебные приставы, да? Они у нас могут арестовывать счета в кредитных учреждениях, удерживать суммы налога долга и заработной платы, ограничивать выезд, взыски с пенсии и так далее, и так далее. То есть это широкий спектр полномочий. И, конечно, хотелось бы, чтобы люди до этого не доводили. За 11 месяцев 2021 года судебные приставы возбудили исполнительное производство на общую сумму 366 миллионов рублей. Узнать о своей задолженности можно в личном кабинете на сайте ФНС России, на портале госуслуг, а также лично посетив инспекцию.